Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас вечный БТГ-обогреватель на двух тенах по 400 ватт. Нагрев тенов 400 градусов, расход 0 и еще 20 ватт отдаем назад в электросети. Вот, ребята, что применили, шим. На шиме накрутили, чтобы токи выровнялись. То есть 350 берет, 370 отдает. Сейчас мы посмотрим. Достигает даже вот 369, видите? 370. Почти 370 отдает обратный ток. А берет сколько? 354. То есть почти 20 ватт мы отдаем назад. Ничего не расходуем. А тены, ребята, нагреваются достаточно хорошо. Почти на полную. Полная тут видно, что красная. А расход, ребят, расхода нет. Мы еще 20 ватт отдаем назад в сети. Вот такая схема. Сейчас я покажу, значит, два тена применяются и шим на 4 киловатта. Сейчас я вам, ребят, покажу схему изделия. Шим ставим на 350. Два тена 800 ватт. Значит, что получается? Ток, который дает шим, менее, чем ток, который дает этот. Значит, он работает на своем токе. И еще 20 ватт отдает. Шим подал, нагрел, а он работает на своем токе. То, что этот дает, он назад. То есть, в итоге у нас нагрев 400 градусов, а расход 0, мы даже 20 ватт отдаем назад в сети. Благодаря, ребята, разделению тока через вот этот шим. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального богатырского вам железного здоровья.